Пока э, выходят детки наши еще несколько минут, хотел сказать, что без клуба следопытов э, у вас бы э, не было пастора сейчас. <laughs> на самом деле был бы пастор, но, наверное, им был, был бы не я, потому что это мой э, жизненный опыт, и я благодарен Господу за годы лагерей, как бы это ни звучало <laughs> для вас. В следопытском клубе множество занятий, множество добрых наставников, которые были очень важны на моем пути к Господу. Поэтому сегодня я с... Радостью тоже одел свой галстук, он у меня есть, и, к сожалению, вся форма где-то очень далеко, она на меня уже немножко мала, не могу ее одеть. Но сегодня я хотел бы поздравить всех деток, всех следопытов, искателей приключений, маленьких бобрят, и сказать, что вы на очень добром, хорошем пути. И мы бы хотели совершить еще одну молитву. Все вместе, и также перед этим э, я только одно должен сказать, что мы советом приняли решение сегодня э, половину сбора, который будет во время последнего псалма, отдать как бюджет нашего клуба следопытов, чтобы их поддержать. Поэтому учтите, пожалуйста, и это. И мы хотим всяческим образом и в дальнейшем поддерживать их как церковь, как студенческая община. Пусть это будет благословением для всех нас. Я приглашаю, чтобы мы с детками могли преклонить колени и совершить еще одну молитву Господу. Отец наш и Господь, какое это благословение в субботний день все вместе объединены как церковь, быть в Доме Твоем вместе с нашими детками. Господи, какое благословение видеть церковь, наполненную детьми, видеть, что у наших семей, у нашей церкви есть будущее, Господи, и это будущее с Тобой. Видеть тех детей, которые сегодня приняли решение, дав добрые обещания услышав доброе наставление в свой адрес, жить по Твоей воле, по Твоей благодати и по Твоей любви. Мы искренне благодарны Тебе за церковь Твою, за клуб следопытов, за то, что все так чудно организовано, и за то, что нашим детям есть место в церкви. Господь, мы искренне желаем, чтобы все слова, которые были сегодня произнесены, особенно слова обещаний, чтобы они были исполнены в жизни каждого из нас, чтобы все детки увидели, как Ты действуешь в их жизни, чтобы каждый почувствовал, как ты помогаешь им бороться с искушениями, готовишь их к важным вызовам, которые грядут в их жизни, к важным решениям, которые им уже нужно принимать и надлежит принять потом. Поэтому, Господь, мы просим Твоего благословения. Мы искренне верим, что ты благословишь всю работу клубов в нашей церкви, что ты благословишь каждого участника, особенным образом дашь мудрости наставникам, чтобы они только добрые только благословенное, только то, что от Тебя могли передавать этим детям. И чтобы однажды мы увидели большую благодать в том, как, когда эти дети примут крещение, когда они вольются в церковь Твою, когда они займут место служителей, руководителей отделов в церкви, Господи, членов совета, будут выполнять разнообразные служения, и все будут Твоими свидетелями. Господь, также в этот час мы просим и о церкви, Помоги нам всегда должную поддержку оказывать и детскому служению, и этим маленьким нашим участникам этих клубов, также всем деткам, которые приходят в церковь, чтобы им было место здесь, в этой общине, и чтобы была наша поддержка. Мы искренне благодарны Тебе за все чудеса, которые Ты делаешь в нашей жизни, за то, что Ты так благословляешь нас. Пусть Тебе всегда будет слава нашему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Прошу ребят еще некоторое время оставаться на сцене. Несколько слов поздравлений от родителей скажет Феликс Клементьевич. И вас также хочет поздравить наш молодежный руководитель. Дорогие друзья, мы очень рады видеть вас здесь, стоящих вот сейчас на этой торжественной церемонии, церемонии посвящения. И вот в названии клубов «Искатели приключений» и «Клуб следопыт» есть вот какая-то идея того, что вы что-то ищете. Но на самом деле я хочу сказать вам, что вы уже что-то нашли. Ведь в Библии Иисус Христос о себе говорит так, «Я есть путь, истина и жизнь». И вот вы этот путь уже нашли, и вы уже сделали несколько шагов на этом пути. И вот вступив на этот путь, в клубе Искателей приключений, либо в клубе Следопыт. Я могу что вам сказать, что через несколько лет на этой ленте, которая у многих из вас еще вот пустая, у вас не будет свободного места для того, чтобы э, прицепить новую, пришить новую наклейку, э, нашивку, либо прицепить новый значок. Вот. Но самая большая награда, конечно, ждет нас впереди, когда однажды мы придем к небесному Царству, и там нас встретит Господь. И Он даст нам то, чего никто другой не может дать. Это спасение и свою любовь. И, дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы идете по этому пути. И мы, как родители, со своей стороны, хотим пообещать, что мы будем делать все возможное для того, чтобы поддержать вас и помогать вам всяческим образом. И да благословит вас в этом Господь. Мені по особливому приємно, тому що я так само, як ці дітки, розвивалася в цій церкві і десь років 10 назад стояла на цій сцені, і мене так само посвячували слідопити. Скажу, що нам молоді дуже приємно, що в нашій церкві є діти, які маленькими кроками рухаються вперед, розвиваються і будують свої відносини з Богом. Як вже було сказано, клуб шукачі пригоди і слідопити відноситься до молодіжного служіння на молодь церкви. Написано покладена велика робота, і ми спокійні в тому, що впевнені, що в нас є підростаюче покоління, яке через декілька років буде разом з нами служити і вести молодіжне служіння. Ми вам бажаємо міцно тримати за руку Ісуса, і нехай Він вас у цьому благословить. Зараз я прошу клуби зайняти свої міста в залі. А церковь приготовится для общего пения, в котором мы можем выразить всю свою радость, которая у нас есть для Бога. Во время пения будет сбор пожертвований и десятин. Поем радость и благодарение.